Детские сады еще не достроены, а прием заявлений уже идет. В этом году свои двери перед малышами распахнут 6 новых садиков. Сдадут дошкольные учреждения только летом, а прием документов начался уже 1 февраля. Более того, челнинцев, которые планируют пристроить свое чадо в садик, призывают не откладывать это дело в долгий ящик. Почему, выясняла Эльмира Гайнудинова. Новые детские сады вырастут в 14 комплексах новой и старой частях города, 35-м, 63-м микрорайонах и еще два в Замелькесе. Им уже присвоены номера и названия. Также все данные о них внесены в автоматизированную информационную систему «Электронный детский сад». Основным условием является открытие в этих садах ясельных групп. В детских садах на 220 мест будет открываться по 6 ясельных групп, а в детском саду в 63-м микрорайоне будет открыто 9 ясельных групп. Остальные группы сформируют в зависимости от количества заявлений и детей, которые не обеспечены местами в садах. Все образовательные учреждения должны быть сданы в эксплуатацию до 1 сентября этого года. Посещать их смогут более 1500 малышей. Но уже сейчас родители могут написать заявление в электронном или в письменном варианте о выборе того или иного детского сада. За 2 дня приема заявлений документы подали более 80 челнинцев. Комплектование начнется 1 апреля, но предварительные данные будут готовы уже в начале марта. Поэтому в управлении образования исполкома просят родителей заранее позаботиться о выборе садика. Эльмира Гайнудинова, Андрей Буслаков, Челны-24.